После переговоров Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину высшую госнаграду Китая для иностранных граждан, орден дружбы КНР. Председатель Китая назвал президента России другом, пользующимся уважением китайского народа. Прошу всех встать. Деревни у реки рубят лес мужики и творят, что хотят, только щепки летят. Не губите первоцвет, аль креста на вас нет, мне себя совсем не жаль, за Россию печаль. Не губите, мужики, не губите. Рубите дерева, не рубите, ради гнездышка грача, не рубите сгоряча, не губите, мужики, не губите, не губите, мужики, не губите, не рубите дерева, не рубите, ради гнездышка грача, не рубите сгоряча, не губите, мужики, не губите.